Вы смотрите отзыв об отеле Альпенроссе. Этот отзыв был оставлен на просторах интернет-путешественником с ником Luna_Ti, который был в нем в 2015 году. Заранее скажу, что я отдыхала в Цейолямзее летом, поэтому о некоторых нюансах применительно к зимнему отдыху не знаю. Отель в Цейолямзее выбирала на местном сайте, так как многие мини-отели не сотрудничают с крупными сайтами бронирования. По расположению и цене понравился Альпенроссе. Ну а когда посмотрела рейтинг на TripAdvisor, сомнения отпали окончательно. Вот сайт отеля. Отправила заявку, сразу же мне с подробным описанием ответила хозяйка, Анна. Немного неудобно, что нужно было отправить переводом предоплату, так как я останавливалась на целых 9 ночей, то половину суммы, на 1-3 ночи требовалась полная предоплата. С другой стороны, думаю, это распространено в частных гостевых домах, поэтому я согласилась. Однако подтверждение моего бронирования, для визы после предоплаты я ждала долго. Впрочем, время позволяло, я летний отдых готовила зимой. А теперь, собственно, об отеле. Расположение удачное, 5 минут до центра городка, 10 минут до железнодорожной станции и до пляжа. В Цейолямзее присутствует подъем местности в сторону гор, но до отеля Альпенроссе он не сильный и недолгий. Один из подъемников Сита-экспресс находится вблизи отеля. В отеле имеется парковка и небольшая территория. Другая сторона отеля выходит на крутой берег ручейка, бегущего с гор. Номеры для гостей расположены на втором и третьем этажах и в мансарде. Номер я бронировала одноместный, он узкий, но тем не менее комфортный. Двухместные номера, естественно, большей площади. Кондиционера нет. Есть балкон. В санузле в наличии душевая кабина, дозаторы с жидким мылом и гелем для душа, фен. Может, для кого-то важно наличие розетки в санузле, ее там нет, провод к фену идет из стены. Но в комнате достаточное количество розеток. Было объявление, что для того, чтобы поменяли полотенце, его нужно бросить на пол. По факту меняли, даже если не бросишь. Через неделю перестелили постель. Ключ от номера сдавать не надо. После 22 часов входная дверь закрывается, но ее можно открыть ключом от номера. Wi-Fi в номере бесплатный и быстрый. Завтраки начинались в 7 часов 30 минут. Обычно с 7 часов утра 30 минут до 8 утра и приходило большинство постояльцев. Зал для завтрака расположен на первом этаже и выглядит так. Во время завтрака я посчитала неприличным фотографировать, поэтому просто опишу ассортимент. Несколько видов сока и молоко, йогурты, мюсли, вареные яйца, мясные и колбасные нарезки, 5 видов, различные сыры, нужно было резать самостоятельно, огурцы, помидоры, арбуз, дыни, ананас нарезанные, коробочки с джемом, хлеб, булочки на сладкое кекс. Горячего нет. Ассортимент незначительно меняется день ото дня. Хозяйка спрашивает о предпочтении чая или кофе и приносит их в соответствующем сосуде. Единственное неудобно, что приносит сразу и когда дело доходит до кофе, он успевает остыть. Есть еще комната со столами, в которой можно завтракать, если в основной комнате нет мест. А вообще это комната отдыха, там есть телевизор и холодильник. Из холодильника можно брать напитки, записывая их на счет номера, потом оплачивать. Также при входе есть комната с туристической информацией, буклеты и тому подобное. Оформлено все в стиле альпийских шалей и с любовью украшено милыми безделушками. Все гости пансиона Альпенроссе имеют право бесплатно пользоваться пляжем и крытым бассейном, находится в 5 минутах от отеля. Кроме того, гостям выдается гостевая карта, по которой предоставляется 10% скидка на аттракции региона. Хозяйка пансиона Анна очень радушная женщина, помимо немецкого языка говорит по-английски. Она всегда отвечала на вопросы, помогала с заказом мест, на экскурсии, мероприятия, по телефону. Анна бывшая спортсменка, имела очень много наград. Анна с семьей живут здесь же, на первом этаже, занимая отдельное крыло здания. У них есть две собаки. Я осталась очень довольна своим выбором отеля, да и отдых в этом регионе был незабываемый. В описании к этому видео есть ссылка и на другие отзывы про этот отель. В нашем туристическом агентстве вы можете без лишней переплаты заказать тур в этот и другие отели. Пожалуйста, обращайтесь, всегда рады вам помочь.